Всем привет, канал Ирина Цветики. Сегодня вот большой праздник, магазин Росток переехал в новое помещение. Такой просторный большой магазин, много всего. Но мы интересуемся в основном орхидеями, поэтому заснимем орхидеечки. А вот орхидеи сингл, вот по-моему он даже не крашеный. Сингала Виктория, бордовая. Ну, они чуть мельче, скажу. Вот особенно желтенький, он тоже не крашеный, что редкость, но он немного меньше, чем обычно сингалы. Стоит недорого для них. Ой, какой красивый жирный корешочек. Пожалуйста, 600 рублей. Мне вчера посмотрелось 800, что-то я подумала. Может быть, другой 800. Ну, недорого. Хорошо, это, наверное, на открытие их привезли. А вот такие, ну, мультифлорки, минички. Хотела я купить, но я вот выбирала там бабочки для девочек. Я забыла про них, честно. Когда снимала, посмотрите цену. 160 рублей. Меня, кстати, зимой, в начале зимы просили такую, но я не успела в обе, там их разобрали. Но там были большие кусты, здесь совсем маленькие. Ну вот, посмотрите, какая красота. Пройдемся немножко по интерьеру. Ну теперь все и цветы нашли достойную такую витрину для себя. Прежний магазин был маленький такой, стояли скучно. Теперь полная красота. Вот здесь собраны беглипчики. Посмотрим. Ой, ну меня сразу отвлекли бабочки. Беглипчики я покажу все-таки, смотрите. Ой, как же девочки их называли. Зигапиталум. Ну тут, что называется, глаза разбежались, наверное, потому что что-то я пошла и пошла. 850 рублей зигапиталум. Или меня отвлекли, знаете, мне звонили, мы там переписывались, наверное, я. Ну вот зигапиталум и неплохой даже. Там он есть похуже, конечно. Ну то есть выбрать можно. Вот и такие мощные новые росточки. И бульбочки неплохие. Много сухостоя там. Ну, по сравнению, как они к нам приезжали, вот последний год. Снова перевезли пурпурный дождь, пилоры и бабочки. Ну вот пошла дальше. Тут мальчик переставлял. Вот я хотела ванды эти заснять. Вот я за ним пошла. Такие красивые, большие кусты. И расцветки красивые. Теперь они у них вот так вот на стоечке висят. Посмотрите, какие огромные цветы. Розовый крапишку. Белая аскоценда. Сейчас найдем цену. Так, так, так. Ой, какая красивая. Шампань, по-моему. Очень красивая. Так, что ж я на цену? Это просто огромная желтая и розовая. Так. Цена 1700 рублей. Ну, тут с деткой даже. Смотрите, какая огромная желтая. Ну, она немножко потрепалась, ну, в упаковке. Что, естественно, с такими размерами, конечно, им тяжело ехать в упаковке. Так, вот, смотрите, какие просторы. Пойдемте уже смотреть. Цветы. Ну, здесь все как всегда. Цена сегодня 1300 рублей. Красивые свежие цветы с бутонами. Белый кустик нарядный. Пятнашка разноцветная. А вот я увидела впервые, кстати, вот этот бы я назвала бы принц леопард, потому что он действительно, у него расцветка не розовая, а желтая такая, и вот там внизу. Наверное, это он.
Вот есть такой розовый вариант. Вот мне никак, ну, вернее, желто-розовый, никак не поворачивалось язык назвать его леопардом. Ну, вот этот, да, этот похож. Монако. Такой прям коричневый-коричневый. И вот лимонные. 900 рублей. Наверное, один ствол 900 рублей, 2300, я так понимаю. И вот тут... А, фронтера. Ну, такая немножко. Ну, у нее больше бутонов, да, 900 рублей. Пойдем на следующий столик. Вот красивая белая такая вся расписная. Ну вот, видимо, кто-то интересуется крашенными, потому что постоянно девочки возят. Ну, если есть спрос, они привозят, да. Вот еще одна фронтера, 1200 рублей. Еще мы красивые крупные цветы в этот раз. Ну и цена, конечно, дороже. Вот я думала, восковичок, огромные такие плотные цветы. Нет, это не восковичок. Ну, красивая орхидейка. Джиллион. Вот такой весь. Крапчатый расписной. Ой, фронтера какая красивая, крупная. Ой, выскочила из головы. Пандора. Ну вот, влажные они все-таки едут. Хотя у нас морозы отступили, уже можно как бы себя поспокойнее чувствовать. Целые, наверное, дней 10 были морозы по ночам, да и днем там минус 2, минус 3. Ну, для других смешно, как бы это не морозы, но для нас это чувствительно. Тем более у нас такие, с такой влажностью, такие снега у нас были. Сугробы 1,5-2 метра наметало. А вот бегливчики, вернулась я к ним. 1300. А это простой почему-то тут стоит в беглипах. Ну, покупатели свободно ходят, смотрят, наверное, переставляют. Вот расписной беглипчик. Вот такой желто-персиковый. Ну, нет, там и крапушки есть. Ну, он... Меня просили немного не такой. Ну, тоже очень красивый. Так, малиновые беглипчики. Девочки составили их на один стол. Ну, удобно. Вот они, наши бабочки. Пурпурный дождь. Есть не полностью. Есть пилорами. Ну, тут уже моих нет. Я их уже выбрала, которые я заказывала. Я надеюсь их показать в покупках, если успею. Потому что ищем срочно попутную машину, чтобы доставить их хозяйке. Ну, тут их осталось всего 3-4, вот несколько. Ну, вот красивые крупные пилоры. Ну, раскрытые бабочками я уже выбрала все. Много цимбидиумов. Красивые расцветки. Они такие сочные, прям крупненькие. Есть мини, есть стандарт, наверное, называется, когда они высокие, крупные. Такие красавицы. Просто белые. Это не айс-каскад, но белые. И вот они же бабочки. Ой, ну как-то девочки мне их называли. Все их знают. Я вот с азиатами, если честно, не очень не дружу. Ну, сейчас вот жду, когда у меня распустится азиат с оценочки. Так интересно, какой цветочек будет. 3500. Вот такая цена на бабочки. Цена, конечно, не радует, но такую красоту вот я целой палеткой вижу впервые в магазинах.
Спасибо всем.